28 октября в Беларуси прошел единый день безопасности дорожного движения. Внимание, пешеходный переход. В рамках акции инспекторы ГАИ с утра проводили рейды по Гродно. Чтобы избежать аварии, нужно напоминать о рисках. Такого мнения придерживаются сотрудники госавтоинспекции. Ведь о возможной опасности участники дорожного движения порой забывают, спеша в очередной раз по делам. Во время рейда с нашей съемочной группой в центре внимания наиболее оживленные и опасные пешеходные переходы. Правда, нарушений зафиксировано не было. Самое важное – это быть внимательным на пешеходном переходе, как пешеходу, так и водителю. Водителю обязательно нужно снижать скорость, даже если на первый взгляд на пешеходном переходе никого нет. Особенно это актуально в утренние часы. Сегодня над нашим городом опустился туман, и это тоже было как нельзя актуально пешеходам. Нужно было быть внимательным и давать водителю шанс себя заметить. Ну и водителю при подъезде к пешеходному переходу, в том числе нерегулируемому, нужно было быть внимательным, снижать скорость. Вплоть до остановки транспортного средства, чтобы пешеходы беспрепятственно переходили пешеходный переход. К тому же наступила осень, темнеть начинает рано, а светает поздно. Именно поэтому сотрудники ГАИ напоминают о фликерах. Светоотражающие элементы стоит носить как взрослым, так и детям. Но это давно известное правило, которое помогут безопасно пересекать проезжую часть. С 27 октября в силу вступили новые. Они тоже касаются пешеходного перехода. Речь пойдет о велосипедистах и средствах персональной мобильности. Водители двухколесного транспорта, к примеру, теперь могут не спешиваться на пешеходном переходе, но залогом их же безопасности будет передвижение на минимальной скорости. Подъезжая к переходу, велосипедисты должны убедиться в безопасности пересечения проезжей части. Появляется теперь новая категория участников дорожного движения – мобильные пешеходы. По большей части они отнесены к обычным, но при наличии велодорожки должны передвигаться по ней. Те, кто передвигается на электросамокатах, гироскутерах, сегвеях, моноколесах и других устройствах, они могут не спешиваться на пешеходном переходе. Однако, как в случае с велосипедистами, большое дело здесь по правилам дорожного движения будет передвижение со скоростью идущего шагом пешехода. Более того, те, кто передвигается в темное время суток на средствах персональной мобильности, должны быть обозначены световозвращающим элементом. А само устройство при наличии по заводу-изготовителю должно содержать какой-то фонарь либо фару, которая будет освещать впереди дорогу самому мобильному пешеходу.